Всем привет на моей кухне. Сегодня будем готовить налистники, которые прекрасно подойдут в качестве завтрака. Для этого нам понадобится стакан муки, 2 яйца, 500 мл молока, 50 мл масла и 2 столовые ложки с горкой сахара. Соль, щепотка по вкусу, но в описании там есть ингредиенты, посмотрите. Берем, высыпаем сахар. Муку, да. Сахар. Щепотку соли. Теперь 2 яйца. Немного размешаем. Когда образуется такая каша, добавляем молоко. Берем венчик и начинаем хорошо взбивать до образования однородной массы. Сделал, как все делают по правилам, получилась хрень. Сейчас как бы забьем. Когда делаете из домашних яиц, может получиться вот такая вот фигня. Рецепт настолько не удался, что даже миксер задымился. Мотор перебирать надо. Да, как старому Жигулю. Тесто должно постоять, отдохнуть от наших стараний его спасти. Потом мы в него добавим растительное масло, чтобы оно легче отходило при жарке. Пока отдыхает тесто, я приготовлю начинку. Для этого заливаю изюм кипятком. Потом нужно еще творог, сахара, как кому нравится, я положу 2 столовых ложки. И добавлю ванилин, чтобы вкусно. Изюм сливаем, он немного набух. Перекладываю на полотенце сушиться. Изначально рецепт какой-то странный, оно все жидкое. Получилось вот это вот. Потом добавляем еще муки и еще яйцо. Масло. Наливаем масло на хорошо разогретую сковороду и пробуем, что будет. Рецепт вообще странный, тут без горилки не разберешься. Дубль 3. Добавляли еще щепотку муки. Фух. Если бы еще раз оно не отлипло, это просто было капец. Не доверяйте рецептам, которые просто написаны где-то, без видео. Вот такой вот у нас интерактив получился. Типа. Эффектно. Жарко блинов в прямом эфире. Почти.
курс молодым домохозяйкам. Да. Спасибо. Продолжаем. Масло мы не добавляем. Да, масла хватило того, которое мы добавили в тесто. Оно отлипает нормально. Пообсохли наш изюм. Добавляем его в творог. Творог. Перемешиваем. И этой смесью можно потом фаршировать налистники. Набираем. Выкладываем начинку на один уголок. В комментариях часто спрашивают, как же свернуть блинчики. Я сам не задумался над этим. Вроде так. Отлипай. Бон аппетит. По давнему украинскому обычаю подаем блины с горилкой, сметаной и вот таким вот украшением. Приятного всем аппетита. А пахнет. Рецепты в интернете надо было полной хренью.